Пока одни уродуют стены нашего города ужасными надписями, другие признаются ему в любви. Правда, не совсем обычным способом. Двое уличных художников вооружились вот такими вот баллончиками с краской и дарят серым стенам новую жизнь. Причем в прямом смысле этого слова. Художники из команды М-97 рисуют граффити уже более 15 лет. Они были одними из первых, кто начал это движение в нашем городе. Сперва это были граффити, но позже переросли в нечто более сложное. Они начали оформлять фасады домов, кафе и постепенно преображать наш город. А в 2017 году к райтерам пришла замечательная идея – поселить на улицах нашего города ярких нарисованных животных. Это наш некоммерческий проект, который посвящен защите дикой природы, диких животных. То есть, когда люди будут замечать в каменных джунглях больше животных, которым не свойственно быть в таких условиях, я надеюсь, что они как-то задумаются и будут бережнее относиться к природе. Уже сейчас в Одессе можно увидеть белку, бегемота, чайку и даже жирафа. Но с сегодняшнего дня появится еще и величественный лев. Над ним художники работали около 7 часов, и результат просто потрясающий. Ребята признаются, зверушки пользуются особой популярностью среди одесситов. В основном все относятся позитивно. Многие люди предлагают нам свои поверхности, стены, говорят, вот у нас там есть стена, нарисуйте, пожалуйста, что-нибудь. Ну, мы по мере возможности стараемся воплощать свои идеи в жизнь. Проект Animal BVS полностью некоммерческий. Это полностью только инициатива ребят. Они используют свою краску просто ради того, чтобы сделать настроение серые будни одесситов чуточку ярче. В основном мы рисуем животных на остатки краски. У нас мы рисуем оформление за деньги, остается краска, осадочки. И мы их добиваем на животных. Поэтому они такие у нас цветные, радужные. Мы стараемся прямо у стены это все делать. Распечатываем картинку просто льва или там какие-то моменты посматриваем в интернете, как он рисуется. А уже на месте он создается. Если вы хотите увидеть какое-то конкретное животное на одной из стен нашего города, ищите ребят в сети Instagram. Возможно, ваша идея воплотится в жизнь.